Здравствуйте, время новосибирских новостей. Мы рассказываем о том, что происходит в городе. В студии Анна Протоковела. Вот некоторые темы нашего выпуска. Навязчивую рекламу убирают с новосибирских улиц. Владельцы баннеров делают это добровольно. В ближайшие месяцы демонтируют около 200 конструкций. Партию контрафактных медицинских масок из Китая изъяли таможенники. Средства индивидуальной защиты хранили и перевозили с нарушением санитарных норм. Картины Шишкина, Айвазовского и Рериха выставили в аэропорту Толмачева. Пассажирам показывают репродукции. Посмотреть на оригиналы можно в художественном музее. Губернатор Новосибирской области пообещал добиться федеральных денег на строительство развязки на Матвеевке. Проект разработали 7 лет назад. Тогда его не реализовали из-за нехватки финансирования. По расчетам требуется почти 6 миллиардов рублей. Андрей Травников потребовал актуализировать документы по этому и другим перспективным крупным транспортным объектам города и отметил, что ставит перед собой задачу по поиску финансовых ресурсов для их воплощения. О каких дорожных развязках и остановках идет речь, узнал Александр Сульдин. От университета до центра Новосибирска на электричке. Похоже, это уже реальность недалекого будущего. По крайней мере, создание остановочной платформы в верхней зоне Академгородка сегодня активно обсуждают. Пассажиропоток на первом этапе составит более 1500. У ряда респондентов он превышает 3000 пассажиров в сутки. Это достаточно большой на уровне Новосибирской области пассажиропоток. Аналог станции «Осеятель» – это 2000 пассажиров. Пойдет городская электричка, многие не станут ездить на автобусах, а может, откажутся от поездок на своей машине. Подсчитали, нагрузка на Бердское шоссе может уменьшиться на треть. Пока здесь просто лес и железная дорога, но в скором времени, возможно, появится крупный транспортно-пересадочный узел. Остановочная платформа университетская. Собираются сделать крытые павильоны для того, чтобы люди, выходя с автобусов, попадали прямо на платформу и могли сесть на электропоезд. Перспектива заманчивая. 35 минут до города, минуя пробки по фиксированному графику. И до университета здесь рукой подать. 900 метров вот по этой вот просеке. Кстати, на ней собираются тоже сделать асфальтированную прямую дорогу. Две полосы для автобусов, которые повезут пассажиров электрички со всего Академгородка, и машин. Тротуар, велодорожка и разворотное кольцо для общественного транспорта. Сейчас это участок леса. Его еще не передали городу. Все, что нужно для реализации проектов, нужно принимать по максимально короткой процедуре. Это первое. И второе принципиальное решение мы принимали с Анатолием Евгеньевичем тоже совместно. Леса Саран в итоге должны отойти город. Эта процедура идет на самом деле. Этот процесс, он идет. Мы принимаем леса последовательно, но в отношении этого участка там, пока еще решение не принято. Помимо дорог Академгородка, здесь, на Бердском направлении, есть еще два знаковых объекта. Пешеходный переход и транспортная развязка на Матвеевке. Ее ждут уже давно. Проект разработали 7 лет назад. Транспорт в Академгородок пойдет через кольцо. Туда. Транспорт в город пойдет сюда. Из Академгородка въезд будет по вот этому подъему. И самое главное, мы минуем переезд, вот этот вот, который... Минуем переезд и, соответственно, убираются светофоры. Из-за переезда здесь и собиралась традиционная пробка. Миновать ее собираются над железной дорогой. По предварительным расчетам, на постройку развязки нужно 6 миллиардов рублей. Губернатор обещал, возьмет на себя поиск финансирования. В то же время городские власти должны в кратчайшие сроки актуализировать проекты. Александр Сульдин, Денис Савинский, Новосибирские новости. Около 200 рекламных конструкций уберут с улиц Новосибирска до конца года. В мэрии утвердили концепцию гостевых маршрутов к молодежному чемпионату мира по хоккею. Все крупные магистрали и улицы планируют облагородить, ликвидировать лишнюю рекламу. На оставшихся конструкциях заменят освещение на светодиодное, чтобы одинаковый был облик. Виола Янгель подробнее. К молодежному чемпионату мира по хоккею в Новосибирске готовятся основательно. Сегодня на проспекте Маркса убирают рекламные конструкции, которые находятся на уровне середины дома и перекрывают его. Их уберут на всех гостевых маршрутах, а это 19 улиц.
Красный проспект, Немировича Данченко, Фрунзе, Октябрьский и Димитровский мосты и другие крупные городские артерии до конца года очистят от наружной рекламы. Несмотря на то, что контракты заключены давно и дают право на размещение, конструкции владельцы уберут добровольно. Мы пришли к пониманию и к решению, что необходимо на оживленных местах города рекламные конструкции убирать, причем убирать те конструкции, которые имеют особо крупный формат, такие щиты, как с рекламным полем 5×15, они практически исчезнут с крупных магистралей города. Уберут около 200 рекламных конструкций. Выборочно. Не тронут те, которые стоят с торца зданий и не мешают. Мы не трогаем конструкции на перекрестках, где они стоят. В перекрестке там больше воздуха, там нету такой зажатости, да, мы их убираем. Ну и, конечно, мы убираем конструкции, которые малого формата, так называемый сити-формат, да, которые мешают уборке снега и прохода пешеходов. Многие новосибирцы категоричны по отношению к рекламе на улицах. Считают, что баннеры портят облик города. Отвратительно! Город загажен ею. Да ну что, везде натыкано, натыкано, натыкано. Все первые этажи. Ну все, вот какая-то вот пестрота. Но есть и те, кому реклама совсем не мешает. А некоторые дети даже рады разноцветным картинкам. Да нет, пускай будет, мне она не мешает. То есть вы нейтрально относитесь? Да, я нейтрально отношусь. Спокойно, да. У меня наоборот, вон дочь сейчас идем, говорит, ой, белая сова. Привет, белая сова, и все. Как-то спокойно. До конца года на портале «Мой Новосибирск» появится интерактивная карта с подробным описанием гостевых маршрутов молодежного чемпионата мира по хоккею. Там горожане смогут увидеть, как будут выглядеть улицы в период проведения турнира. Виола Янголь, Алексей Андробаев, Новосибирские новости. Поддельные Nike, Adidas и Versace не попали на прилавки магазинов. Новосибирские таможенники на складе обнаружили крупную партию товаров иностранного производства без документов. В процессе досмотра выяснилось, что на товары из Китая и Вьетнама отсутствуют какие-либо документы, подтверждающие качество и законность ввоза на территорию России. Почти 8 тысяч пар обуви, в том числе детской, не имели обязательной маркировки. На одежду и обувь также были незаконно нанесены логотипы известных брендов. Правообладатели оценили нанесенный им ущерб в сумму почти 300 миллионов рублей. В продажу не попали тысячи подделок, всего более 40 тонн товаров. На одежду и обувь незаконно нанесли обозначения известных брендов – Nike, Adidas, Reebok, Calvin Klein, Versace, Armani и другие. Во время досмотра на этом же складе таможенники обнаружили почти 3 миллиона медицинских одноразовых масок китайского производства без документов, которые подтверждают качество, безопасность и эффективность этих средств защиты. Герметичность упаковки, в которой находились маски, была нарушена, и при транспортировке и хранении на изделие попала пыль. Весь товар изъяли. Цены на продукты в Новосибирской области за год выросли почти на 6%. Это на треть ниже, чем по стране. В Банке России рассказали об инфляции в начале лета. Эксперты отмечают, подорожание некоторых товаров, например, яиц, замедлилось. С прошлого года из-за птичьего гриппа в центральной части России и на юге произошло сокращение производства яиц. Новосибирские птицефабрики часть своей продукции поставляли в центральную часть России. По всей стране наблюдалось ускорение роста цен на яйца. Сейчас производство восстанавливается. Цены на яйца за прошедший месяц даже снизились в среднем на 8%. А вот корнеплоды, морковь и свекла за год подорожали в два раза. Дело в том, что аграрии в прошлый сезон собрали меньше овощей, и запасы закончились раньше обычного. В Сибири сбор моркови за год снизился менее значительно, чем в целом по стране. Сезон клубники подходит к концу, но спрос на нее по-прежнему большой. Ягода популярная на сибирских огородах, но требует много сил и внимания, поэтому и цены высоки. Стакан ягоды в среднем продают за 150 рублей. Для пенсионеров торговля ягоды, выращенной на своем огороде, хорошее подспорье к небольшой пенсии. Где продают дачную ягоду и большой ли этим летом урожай, узнал Михаил Якимов. Валентина Ивановна живет у станции метро «Золотая Нива». Недалеко от дома есть специально оборудованные торговые места, где дачники продают свой урожай. Сейчас клубника – самый ходовой товар. Вырастить ее труднее, чем другие культуры. Зато покупатели берут охотно. Ну вот сколько я? Ну, два раза в неделю приду. Больше я никак не приду. Потому что ягода должна поспеть. Да, работать тоже надо. Пока поспеет, пока сорвешь, приедешь. А ваша сколько спела? Берите в два за 250.
Немного. Ну, берите один, 150. Дачники продают урожай везде и там, где нет подготовленных для торговли мест. Около станции метро и крупных транспортных узлов. Встречаются и перекупщики, но многие торгуют тем, что вырастили сами. Ароматная клубника привлекает покупателей, которые выходят из метро или автобусов. Ну, я литров 15 реализую. За один день? Да, за один день. Так, ну, приезжаю раз через 2-3 дня, как наспеет. Сейчас клубника на грядках уже отходит. Некоторые предприимчивые дачники предлагают альтернативу. Клубнику, собранную в лесу, и другую ягоду. Для пожилых людей продажа излишков урожая и дикоросов – необходимость. Мы пенсионеры, поэтому, конечно, конечно. А как иначе, если пенсия 10 тысяч? Проживите на 10 тысяч. Вот стоим здесь. Клубника в этом году уродилась, а вот малины мало, жалуются продавцы. Но зато скоро можно будет торговать грибами. Торговля домашней клубникой, по сути, это отражение экономической жизни в стране. Если раньше торговали ей в трехлитровых ведерках красного или синего цвета, затем стали продавать в прозрачных пластиковых ведрах поменьше, то сейчас одна из самых популярных тар – это пластиковый пол-литровый стаканчик. Стоит такой стаканчик 150 рублей. Тара уменьшается, а вот цена нет. Многих горожан цена не смущает, ведь в короткий летний сезон так хочется полакомиться сладкой и ароматной сибирской ягодой. Натуральные витамины все-таки. Михаил Якимов, Дмитрий Кан, Новосибирские новости. Волонтерская пятница в знаменитом бонсай-парке. Сотрудники Центрального сибирского ботанического сада вместе с горожанами наводят порядок на территории. Убирают сорняки и поливают растения, а после работы добровольцев угощают чаем. Подробнее в репортаже Татьяны Кияевой. Волонтеры выкапывают сорняки и поливают посадки. Работают под присмотром специалистов. Никакой самодеятельности, чтобы не навредить растениям. Любовь Викторовна приехала вместе с подругой. Пенсионерки дышат свежим воздухом, общаются и наводят порядок на клумбах. Мы параллельно общаемся, и нам эти встречи очень дороги для общения. И вообще вот нахождение вот в этих условиях вот сада, этой красоты просто. Ну и помогаем, конечно. Потому что с таким хозяйством трудно управиться. Площадь парка 1,5 гектара. Содержать его в чистоте и порядке непросто. Без помощи добровольцев не обойтись. Волонтеры – люди разных возрастов и профессий. На уборку приходят целыми семьями. В Фейсбуке увидел объявление. Вот. Первый раз увидел прошлой осенью, но там что-то совсем поздно увидел, не успел прийти. А тут увидел заранее, пришел, и вот уже там не первый раз, уже там, наверное, раз пятый ходим. Ну вот, очень нравится. Семью пришлось уговаривать? Или нет, абсолютно. Ребенок, вы видели, с удовольствием сам работает, всегда готов. Ну, у детей такой возраст, что им все интересно, все готов сам делать. Это не просто парк, а настоящий музей под открытым небом. Он расположен в Центральном ботаническом саду. В экспозиции собраны растения со всех уголков планеты. Его основал кандидат биологических наук, дизайнер и путешественник Юрий Овчинников. В одном парке бонсай представлены 2500 видов. 2,5. Для сравнения, для осознания вот этой величины, скажу цифру, 4500 видов произрастает в Сибири. По словам ученого, раньше этот участок не использовали. Несколько лет ушло на оформление территории. Сейчас в парке проводят экскурсии. Гостям рассказывают об уникальных растениях, многие из которых горожане до этого никогда не видели. Татьяна Кияева, Алексей Андробаев, Новосибирские новости. Новосибирские новости в Instagram nsknews.info. Позитивный взгляд на жизнь большого города. Подписывайтесь на наш аккаунт и следите за новостями. Мы покажем вам историю Новосибирска и самые яркие городские события. Поделимся полезной информацией, раскроем интересные факты и, конечно, расскажем об актуальных новостях. Новосибирские новости в Instagram nsknews.info. Выставку полотен известных художников открыли в аэропорту Толмачево. Пассажирам представили репродукции. Оригиналы хранятся в Художественном музее Новосибирска. В ожидании рейса теперь можно увидеть лучшие образцы русского изобразительного искусства. Анна Буянова побывала в галерее Воздушной гавани.
Выставка «Открой мир искусства» в аэропорту Толмачева начинается символично – с изображения дверей художественного музея. За ними гостей города ждут работы известных мастеров – Шишкина, Айвазовского, Левицкого. Здесь у нас представлено более 60 художественных произведений из постоянной экспозиции, работы от 16 до 20 веков. Нам хотелось показать все многообразие, которое есть в нашей коллекции. Картины в холле крупнейшего за Уралом воздушного хаба репродукции. Оригиналы хранятся в художественном музее. Экспозиция же как трейлер к фильму. Краткое описание того, какие мировые произведения можно вживую посмотреть в Новосибирске. Вот, например, по поводу работы Эйла, у него есть довольно любопытная подпись. Вот даже сейчас вы можете подойти и увидеть, например, изображение совы. На бокале? Да, на бокале. Можно подойти посмотреть. Видите, клюв. Глаза. Это его подпись. Подпись, которую вряд ли кто-то с тобой подделывает. Выставку разместили в соединительной галерее аэропорта. Именно здесь ее увидит большая часть пассажиров из других городов и стран. Петр Филимонов и Никита Забелин из Читы в Новосибирске проездом. До следующего рейса 5 часов. Скоротать время решили на выставке. Внимание ребят привлекли картины Рериха. Искусство – это действительно очень приятно не только глазу, но и ему можно... порассуждать, почему художник, к примеру, избавляется от некоторых деталей своей картины и делает все более мягче. Но есть действительно о чем поразмышлять. А еще как просвещение. Я думаю, то, что все должны знать наследие наших российских, ну и русских, или даже художников Российской империи, потому что это наследие, наше наследие, наследие нашей страны, и вот забывать ни в коем случае нельзя. Выставка «Открой мир искусства» в аэропорту Толмачева станет постоянной, но после завершения строительных работ она переедет в новый терминал. Анна Буянова и Дмитрий Кан, Новосибирские новости. Актуальные новости каждые полчаса на радио «Городская волна», частота 101.4 FM. А на сайте nsknews.info читайте о том, как строят новый ЛДС на Горской. На этом все. Хороших выходных и до встречи.